Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом. Таємні польоти і конвої в Москву, ООН за нас чи за Росію? Вічний комсомолець Гутеріш довольно кивает, внимательно слушая Путіна, который говорит ему, что все они большая семья, правда. Иногда происходит дележ имущества и драки. Это даже не намек, а прямое указание на Украину, пише израильский офицер Игорь Левин, далі мовою оригіналу. Думаю, не должно быть никаких иллюзий относительно того, кто такой Гутеріш. Действительно, объявление этого подонка персоны нон-грата и запрет на въезд в страну – это максимально верная стратегия. На этом шабаше Гутериш заявил, что урегулирование конфликтов должно происходить мирным путем, включая Украину. Понимаете, да? Какую? Кому он это говорит? С точки зрения Гутериша, его внутренние дела России – это именно она должна урегулировать этот конфликт. А поскольку он вечно юный комсомолец, который за мир во всем мире, то регулирует это нужно мирным путем. А если Россия продолжит уничтожать города Украины и убивать украинских детей, то Гутериш найдет время снова приехать и, довольно улыбаясь, напомнить, что урегулирование конфликтов должно происходить именно мирным путем. Не менее довольный Путин, кстати, отвечает ему, мол, а мы и так уже занимаемся урегулированием и будем продолжать, причем да, с вашей же помощью, Игорь, подкрестием. Председатель КНР Си Цзиньпин на заседании глава стран БРИКС заявила, что необходимо не допустить распространение конфликта за пределы Украины. Важно на основе принципов недопущения перелива конфликтов, их распространения на третьи страны, избежание эскалации боевых действий и отказа от проливания масла в огонь, создавать и содействовать скорейшей деэскалации ситуации, сказал Си Цзиньпин. Это то, о чем я уже много раз повторял. Им важно, чтобы война была изолирована внутри Украины и разрушалась только Украина. Фактически хищники озвучивают до центральные правила игры, то, как должно происходить ухудшение жертвы. В таком случае Киеву нужно понять, делать все, чтобы война выходила за рамки самой Украины. Операция в Курской области – отличный ход. Есть еще Брянская область, Беларусь, есть Приднестровье, есть Альянс, которому нужно где-то обкатать свои новые военные технологии. Он просто стесняется, но стесняющегося партнера всегда можно подбодрить. Есть Иран, Сирия, КНДР. Хорошо бы не просто что-то там взорвать и нанести ракетно-бомбовый удар, например, скажем, с территории РФ роем дронов через границу с КНДР, да, символические, но такое, чтобы с заявлением. То есть нужно постоянно выходить из этой пагубной логики. Война должна внутри только Украины, это только украинский кризис и тому подобное. Если война только внутри Украины, то зона нестабильности и кризиса, и тогда больше папочки, это типа того же Си Цзиньпина или индусов, просто ждут, чтобы Путин, как взрослый мальчик, уже порешил с этим кризисом. Это пиздец ситуация и путь в пропасть даже ценой того, что тебя подсчитывают диким и бешеным. Нужно выходить из этой ситуации, поджигать Кавказ, быть там, где слабо, громить тех, где РФ не может прийти на помощь. Снова привет Приднестровью и тому подобное. Быть диким, чтобы Си ехал к тебе решать и договариваться, просить быть умеренней и не ждать, пока Путин тебя дожует. Хороших и послушных мальчиков никто не любит и никто не будет таким помогать. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить і сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!